Я часто встречаю вопрос, зачем нужен графический редактор Figma при создании сайта? Ведь все или практически все можно сделать в Zero-блоке. Отчасти это так и есть, но есть несколько особенностей, которые делают ввод в Figma ваш рабочий процесс практически необходимым. Первое и самое главное – это отличный и самый простой профессиональный инструмент для работы над графическими элементами. Zero-блок не является графическим редактором. В нем нет инструментов для работы, например, над иконками, изменения цвета или их редактирования. Мало возможностей для редактирования фотографий, всяческих кадрирований, изменений цвета и так далее. И совсем нет инструментов для работы с кривыми и векторной графикой. Все так полюбившиеся нам волны, неровные формы и прочие дизайн-элементы. Второе. Работа со шрифтами в Figma гораздо проще. Когда вы работаете над дизайном сайта, шрифты могут многократно меняться, в том числе и на готовом дизайне. В Figma вам доступна вся библиотека Google шрифтов и возможность применять свои шрифты сразу же. Третье. Работа над сайтом – это не только дизайн сайта, но и все, что есть вокруг этого. Бейджики, вся графика для соцсетей, сторис, баннеры и так далее. Более того, полиграфия, визитки, буклеты, ну и, конечно же, презентация. Со всем этим максимально легко и безболезненно может справиться Figma – самый популярный и бесплатный графический редактор, который приспособлен для работы с интерфейсами. Ну и в целом. Это инструмент, который заставляет вас больше думать над решениями. Нарисуйте макет, скопируйте и измените некоторые блоки, или шрифты, или цвета. Копируйте еще раз и попробуйте другой подход к call to action элементам. А затем сравните все три макета рядом и выберите наиболее удачный. Именно поэтому я рекомендую использовать Figma в связке с Tilde как инструмент, который существенно может расширить ваши возможности. Мой бесплатный курс по Figma познакомит вас с основными функциями, возможностями и особенностями переноса дизайна в Tilde. Итак, давайте начнем. Первым делом нам нужно зайти на сайт figma.com и зарегистрироваться. Я не буду останавливаться на этом шаге, думаю, ничего очень сложного в этом нет. Давайте разберемся, какую версию Figma следует выбрать. Браузерную, то есть ту, которую не нужно устанавливать на компьютер, или скачать программу для Windows или Mac. Конечно, удобнее и проще работать в приложении. Кажется, оно работает немного стабильнее, но очень часто бывают ситуации, при которых вы не можете поставить приложение на компьютер, или вы работаете, используя разные компьютеры, и не всегда это ваши компьютеры. В этом случае работать в Figma можно просто через браузер, залогинившись предварительно в свою учетную запись. Однако, обратите внимание, для этого вам нужно будет скачать программу, которая называется Font Installer. Она нужна для того, чтобы подгружать в Figma, которая работает через браузерную версию, свои шрифты. Если в своем дизайне вы спокойно можете обойтись шрифтовым набором из Google Fonts, в этом нет никакой необходимости. Но, соответственно, в этом случае вы не сможете работать со своими уникальными шрифтами. Еще есть программа для Android и iOS девайсов, которая называется Live Device Preview. Она нужна для того, чтобы вживую смотреть на вашем Android или iPhone, как выглядит мобильная версия сайта, которую вы проектируете в Figma. Надеюсь, с вопросом приложения или браузерной версии мы с вами разобрались. В приоритете поставить приложение. Однако, если по каким-то причинам у вас нет возможности это сделать, вы спокойно можете работать в браузере. Вам доступны все те же самые функции. После того, как вы зарегистрировались, определились с версией, вы попадаете в основной интерфейс Figma, который будет выглядеть вот таким образом. Что здесь есть? Во-первых, вы можете перейти вовнутрь своего профиля, где можно изменить имя, загрузить аватарку, хотя особой необходимости в этом нет. У нас есть поиск для быстрого поиска по документам, Recent. Здесь будут храниться все ваши документы, которые вы недавно открывали. Или документы других людей, если они отправили ссылку на свой Figma файл, а вы его открыли в своей Figma. Но с этим мы разберемся немного попозже. Раздел «Плагины», где очень много всяких важных и полезных дополнений, об этом мы тоже обязательно поговорим. И раздел «Drafts». Здесь хранятся все созданные мной документы. Обратите внимание, что по умолчанию Figma всегда открывается в разделе Recent. Создать новый документ в Figma можно несколькими способами. Во-первых, если у вас пустой Recent, нажать кнопку «New File». Во-вторых, сверху, рядом с иконкой Figma, есть также плюсик, который тоже создаст новый документ. И в-третьих, в разделе Drafts нас тоже встречает плюсик, кликнув на который, у нас создастся новый документ фигмовского файла. Если кто-то передал вам фигмовский файл, и вы хотите его открыть, с правой стороны, в углу, есть указатель «Импорт». И теперь мы можем выбрать файл из нашего компьютера. Обратите внимание, как только я создал новый пустой файл, он сразу же оказался у меня в Recent. Файлы в Figma не нужно сохранять, это происходит автоматически. We'll be right back.
Теперь давайте перейдем в только что созданный нами документ. Я буду знакомить вас с интерфейсом постепенно, двигаясь от самых первых шагов создания документа до более сложных вещей. Итак, шаг номер один создания документа в Figma – это создание фрейма. Фрейм – это иконка, которая находится вот здесь. Кликнем, и с правой стороны у нас появилось меню, в котором мы можем выбрать стандартные размеры девайсов. Например, телефоны, планшеты или компьютеры. Кликнув на любой элемент, автоматически создастся фрейм нужного нам с вами размера. В нашем случае мы создали документ шириной 1440 пикселей и высотой 1024 пикселя. Также размер фрейма можно задать самостоятельно. Еще раз перейдем во фрейм и просто зададим размер нашему документу. У меня создался документ 1063 пикселя на 887. Давайте зададим свой размер. Стандартный размер практически любого ноутбука. 1366 пикселей на 768. Фрейм – это один законченный документ вашего дизайна. Количество фреймов может быть абсолютно любым. Например, рядом мы можем создать еще один фрейм точно такого же размера. Или просто скопировать уже существующий фрейм. Если дизайн вашего сайта состоит, предположим, из 20 страниц, в вашем документе может быть 20 фреймов. И в каждом фрейме у нас будет отдельная страница вашего сайта. Рабочую область можно приближать или отдалять. Для этого можно менять размер документа здесь, или использовать Ctrl-минус, или Ctrl-плюс, или Command, если у вас Mac. Обратите внимание, с левой стороны во вкладке Layers, слои, у нас создались три отдельных слоя для каждого фрейма. Фрейм – это рамка. Все, что относится к отдельно взятому фрейму, является отдельной законченной частью дизайна. Предположим, давайте наведем на фрейм 1, нажмем правую кнопку мышки и переименуем его. Предположим, главная страница. Второй фрейм я назову, предположим, услуги. Ну а третий – контакты. Теперь в отдельно взятом фигмовском документе я могу работать с тремя разными страницами. Размер любого фрейма, конечно, можно увеличивать по высоте. Есть еще другой способ, когда с фреймами мы будем работать как с отдельными смысловыми блоками нашей страницы. Я копирую уже созданный фрейм, два раза кликну на название, и он у меня будет называться «Первый экран». Копирую еще раз, опущу вниз, и это будет, предположим, второй экран. И он может быть длиннее, например, 1300 пикселей. Копирую еще раз. Это будет уже третий экран со своей высотой. Обратите внимание, название экрана является условным. Например, как мы видим, во втором экране явно будет скролл. Он не будет помещаться в отдельный экран ноутбука или стационарного компьютера. И все три фрейма в этом случае будут являться одной страницей. Ну, лично мне, если честно, такой способ не очень удобный. Я предпочитаю одну страницу делать в одном фрейме. Теперь давайте очистим документ от ненужных фреймов. Я нажму кнопку «Удалить» на клавиатуре. Сделаем фрейм крупнее и посмотрим на правую панель. Разберемся с тем, что здесь есть. У нас есть вкладка «Дизайн», «Прототип» и «Код». В коде мы видим CSS, это нам не понадобится. В прототипе есть возможность создавать очень примитивную анимацию или кликабельные элементы, например, кнопки. Но нам это тоже не понадобится, потому что переносить дизайн мы будем прямо в тильду и создавать кликабельность и анимацию там. Поэтому давайте повнимательнее рассмотрим вкладку «Дизайн». Здесь нас ждут разные параметры нашего фрейма. Автолейаут, мы с ним познакомимся немного позже. И Layout Grid. Вот здесь давайте остановимся и посмотрим, что это такое. Layout Grid – это возможность создавать сетку для нашего документа. Нажимаем на плюс, и по умолчанию создается вот такая сетка. Для того, чтобы ее редактировать, нам нужно перейти вовнутрь. Для этого кликнем на иконку. Здесь мы можем ввести размер наших квадратов, например, 100. И тогда сетка будет выглядеть вот таким образом. Однако, это не совсем привычная и не совсем удобная сетка для веба. Гораздо удобнее работать с вертикальной сеткой. Поэтому давайте наведем на грид и переключим на колонки. Так как мы рассматриваем фигму в связке с тильдой, нам нужно добиться того, чтобы сетка в нашем документе и сетка в тильде, 12-колоночная, совпадали. Я введу следующие параметры. Количество колонок 12, отступ между колонками gutter 40 и merging, то есть отступы по бокам нашей сетки, я введу 103. Запомните эти параметры, а еще лучше сделайте скриншот. Они вам понадобятся, когда вы будете создавать свой документ в Figma. Теперь давайте на одну секунду переместимся в ZeroBlock и обратим внимание, что мы создали идентичную ZeroBlock сетку в 12 колонок и отступами в 40 пикселей. Это выглядит вот таким вот образом. Это интерфейс Figma, а это браузер с открытым ZeroBlock. Как вы видите, поведение колонок идентично. В любой момент, если сетка нам мешает, мы можем ее скрыть, нажав на иконку с изображением глаза. Он закрыт, значит ничего не видно. Далее, у нас есть свойство смешивания слоев, об этом мы тоже поговорим позже. И заливка. Она нужна для того, чтобы создать фон нашего документа. По умолчанию он белый, однако может быть любым. Например,
черным. Также здесь есть инструмент Stroke, обводка, эффекты, внутренняя тень, размытие и размытие фона. И экспорт. Экспорт фрейма позволит вам сохранить все, что находится внутри. Здесь же вы можете выбрать формат PNG, JPG, SVG или PDF. Можно выбрать увеличение. Например, если мы выберем 2x, документ сохранится в двойном, то есть не 1366 пикселей, а 2732. И это никак не повлияет на размер нашего фрейма. По клике на превью вы точно увидите, что сохранить. Теперь давайте знакомиться с инструментарием и создадим наш первый простой объект – прямоугольник. И на его основе давайте разберемся с тем, как работают слои. Как видно в левой панели, сейчас прямоугольник находится во фрейме главной страницы. Если мы захотим экспортировать наш фрейм, прямоугольник будет видно. Теперь давайте перетащим его за границу и увидим, что его положение изменилось. Теперь прямоугольник находится не во фрейме. Это важная особенность, потому что начинающие очень часто делают вот такую ошибку. Помещают объект во фрейм, а потом каким-то странным образом перемещают слой за пределы фрейма. И визуально все в порядке, прямоугольник находится во фрейме. Однако, если мы захотим сохранить это изображение, то при экспорте его не будет видно. Соответственно, всегда обращайте внимание на то, где находится ваш объект относительно слоев. А теперь давайте посмотрим, какие манипуляции можно делать с прямоугольником. Во-первых, это его трансформация. Если мы возьмем за угол прямоугольник и начнем менять его размер, это будет работать примерно вот таким образом. Пропорции будут нарушаться. Если мы зажмем Shift на клавиатуре и начнем тянуть наш объект, пропорции нарушаться не будут, и он будет равнозначно увеличиваться во все стороны. Если навести на один из углов объекта, а затем увести мышку немного в сторону, мы сможем вращать объект так, как нам нужно. Также это можно делать в панели инструментов. Вот здесь вот вы можете задавать точное значение в градусах. Это удобно, потому что в тильде вы задаете значение вращения в градусах. Здесь находится инструмент, который позволяет скруглять углы у нашего прямоугольника. Например, скруглим их на 40 пикселей. Также это можно делать при наведении на прямоугольник. Появляются 4 точки по углам, потянув за которую мы сможем скруглять наш прямоугольник. Если вам нужно скруглить только одну сторону, вернитесь к панели меню и кликните на эту иконку. Она позволит работать с каждым углом независимо от другого. И таким образом мы сможем скруглять только один угол нашего объекта. Теперь давайте познакомимся поближе с инструментом, который называется Fill – заполнение. Здесь, как уже понятно, мы можем выбрать любой цвет, а также можем настроить ему прозрачность. Сверху есть небольшое выпадающее меню. Этот параметр означает, что прямоугольник просто залит цветом. Однако, если мы на него кликнем, у нас появятся другие варианты. Градиент из нескольких цветов. Первый цвет у меня, предположим, будет красным, а второй – желтым. Как мы видим сейчас, желтый уходит в белый. И суть в том, что у этого цвета настроена прозрачность. Вот здесь. Давайте уберем ее, и мы получим достаточно чистый градиент. Положением цветов можно управлять. Для этого переместите мышку в точке градиентов. И, например, начинайте двигать так, как вам нужно. Создавая градиент желаемого стиля. В любой момент вы можете добавить какой-нибудь дополнительный цвет, просто кликнув на шкале цвета. Пускай здесь будет какой-нибудь вот такой фиолетовый. И теперь наш градиент будет выглядеть немного иначе. Чтобы удалить цвет, наведите на него и нажмите Del. Кроме линейного градиента, есть еще радиальный градиент, который работает точно так же, но позволяет делать цветовой круг. Его радиусом можно управлять при помощи вот этого инструмента. И также, двигая его, можно добиваться каких-то желаемых эффектов. Еще есть ангуляр. Это градиент, который рисует в центре хорошо заметную линию. Diamond – вот такой четырехугольный градиент. И также в наш прямоугольник мы можем вставить изображение. Обратите внимание, что в любую секунду вы можете удалить заливку или добавить несколько видов заливки. Например, ровный цвет и дополнительно градиентный. Это может пригодиться, если вы хотите сделать какой-нибудь сложный градиент из разных цветов, которые были бы в одном объекте. Теперь давайте посмотрим на другие инструменты, например, Stroke. Это обыкновенная обводка. Ее можно делать толще и указывать ей положение. Inside – внутри объекта, Outside – за пределами объекта, и Center – когда обводка находится и внутри, и за пределами объекта. Давайте сделаем обводку прозрачной, например, 10%, для того, чтобы увидеть, как работает наш Stroke, который сейчас и внутри, и снаружи. Дополнительно в обводке вы можете настроить параметр остроты угла. По умолчанию он 90-градусный, однако это может быть еще вот такая история или закругление. И какой параметр выбрать, конечно же, зависит от вашего дизайна. Удалим Stroke и посмотрим на следующий инструмент – эффекты. Во-первых, это тень. Кликнув на иконку, мы можем настраивать ее так, как нам нужно. Blur – это размытие, собственно говоря, сама мягкость тени. X и Y – это поведение тени относительно оси X и оси Y. Например, если в оси Y я опущу тень ниже, она окажется ниже нашего объекта. Здесь настраивается прозрачность,
И еще у нас есть смешивание слоев, но с ним мы разберемся на примерах работы с фотографиями. Также можно изменить цвет тени на любой подходящий вам. Теней также может быть несколько, например, вот так. Если кликнуть на выпадающее меню, у нас появятся дополнительные инструменты. Inner Shadow – это внутренняя тень, которая позволяет создать эффект вдавленности. Принципы настройки внутренней тени точно такие же, как и внешние. У нас есть Layer Blur – это инструмент, который позволяет настроить размытость нашего объекта. От нуля, когда он не размыт, до максимального значения в 250 пунктов, когда формы объекта достаточно сложно увидеть. И еще один интересный инструмент, который называется Background Blur. Что бы вы ни делали сейчас в настройках, вы не увидите никакого эффекта. Но, как понятно из названия, эта настройка размывает объект, который находится за прямоугольником. Давайте добавим еще один прямоугольник и в слоях разместим его под нашим прямоугольником. Теперь в Background Blur установим значение, например, 100. И, самое главное, сделаем наш объект прозрачным. Например, до 10%. У нас получается эффект матового стекла, которая размывает то, что находится за ним, вот таким вот образом. Что касается панели «Экспорт», независимо от того, где находится объект в слоях, вы можете сохранить его отдельно. Для этого перейдем во вкладку «Экспорт», и здесь, как мы видим в превьюшке, у нас отображается только прямоугольник. И не важно, что он находится во фрейме, и кроме него во фрейме есть еще другие объекты. Мы экспортируем только его. Следующий объект, с которым мы познакомимся, это эллипс. Если рисовать его в произвольной пропорции, то эллипсы получатся. Однако, если зажать Shift, то мы нарисуем ровный круг. В принципе, круг и круг, с ним все понятно. Если бы не одна интересная особенность Figma. Когда мы кликнем на объект, с правой стороны у нас показывается невзрачная точка. Если мы зажмем и начнем двигать мышкой, у нас появится возможность создавать вот такие вот элементы. Можно крутить вот так. А еще, если мы возьмем центральную точку и поведем ее к началу окружности, то мы получим обратное движение и сможем создавать подобные объекты. Это работает не только с ровным кругом, но и с эллипсом, примерно вот таким вот образом. А еще мы можем воспользоваться привычным для нас скруглением и сделать углы не острыми, а круглыми, например, вот так. Это очень классный способ для того, чтобы рисовать, например, инфографику. Еще из инструментов у нас есть возможность рисовать стрелку. Увеличивая размер строка, мы можем добиваться нужного размера самой стрелки. Инструмент полигон, который позволяет создавать вот такие формы. По умолчанию это всегда треугольник, однако кликая здесь, мы можем увеличивать количество углов как угодно. И интересный инструмент звезда, который позволяет нам делать, например, вот такие формы. Создадим стандартного размера звездочку и увеличим количество сторон. А теперь уменьшим угол. И вот таким образом мы можем получать вот такие формы, применения для которых можно придумать очень много. Еще одной особенностью работы с объектами есть возможность объединять их. Для этого выберем два объекта, перенесемся к центральной верхней панели и обратим внимание на иконку Boolean. Здесь есть возможность объединять, вычитать, перекрывать и расширять объекты. Работает это примерно следующим образом. Давайте выберем Subtract Selection, и как мы заметим, наш круг пропал. Откроем Subtract в слоях, и как мы видим, эллипс здесь присутствует. Но когда мы наведем его на квадрат, он сделает вычитание и как бы откусит кусок квадрата. Union – это объединение в один слой. Interselect – это наложение. Ну а Exclude – это вычитание. Все действия делают вот эту белую область прозрачной. Примерно как в работе с маской. Друзья, надеюсь, работа в Figma для вас потихоньку начинает проясняться. Давайте двигаться дальше и разберемся, как работать с изображениями. Перетянем изображение в Figma и посмотрим, какие манипуляции мы можем с ним делать. Важным и очень положительным моментом является вот что. Когда мы начнем менять размер нашего изображения, пропорции не будут меняться. Происходит как бы кадрирование. Фотография самостоятельно подстраивается под тот формат, который мы выбираем. Это очень удобно, потому что в других графических редакторах это работает немного иначе. Как этим можно управлять? Перейдем в Fill и кликнем на наше изображение. По умолчанию способ работы с изображением – это Fill, заполнение. Однако есть и другие варианты. Fit – это когда фотография втискивается в пропорции, независимо от того, какими мы их задаем. Crop – вот это очень интересная история. Мы можем менять и кропать размер изображения, например, увеличив его вот таким вот образом и вставив, например, вот так. В отличие от Fill, то есть заполнения, мы можем самостоятельно указывать ту часть изображения, которую мы хотим видеть в нашем прямоугольнике. Но не ошибитесь, если вы потянете за вот эти синие отметки, будет меняться пропорция прямоугольника, а не фотография. И еще у нас есть тайл. Его можно использовать, например, для паттернов. Вот таким образом. Давайте вернемся к стандартному Fill и посмотрим на то,
то, какие манипуляции можно делать с цветом. У нас есть возможность менять экспозицию, контраст, цветность фотографии или ее температуру от холодного к теплому, менять оттенки фотографии, подсвечивать или обесвечивать яркие части и тени. Вернемся к исходному положению и посмотрим на еще одни интересные фотоманипуляции, которые мы можем делать с фотографией. Итак, к фотке мы можем добавить цвет. Например, уже знакомый нам градиент. Давайте сделаем его радиальным и добавим какие-нибудь теплые оттенки. Уберем прозрачность и немного изменим положение градиента. А теперь можно взять и сделать градиент прозрачнее, например, 20%. И мы получим фотографию вот с такими оттенками. Вот как было до этого. Я обещал вам рассказать о свойстве, которое называется смешивание слоев. Давайте посмотрим на него поближе. Для этого вернем наш градиент к 100%, перейдем к заливке и увидим иконку капельки вот здесь. Нажмем на нее и увидим возможность смешивания слоев. Это может быть знакомо вам по другим графическим редакторам. Описывать каждый способ смешивания слоя я не буду, в этом нет никакой необходимости. Давайте выберем, к примеру, скрин и посмотрим, как это работает. Не убирая прозрачность, цвет подмешался к фотографии. Или, например, overlay. Или параметр color. Я рекомендую вам поэкспериментировать со смешиванием слоев, потому что для разных фотографий и разных цветов эффекты очень сильно отличаются. Но это неплохой способ добавить некой индивидуальности к фотографиям. Или сделать фотографию в той же цветовой тональности, что и ваш сайт. Как вы понимаете, вместо градиента может быть, например, обыкновенный цвет. А еще это может быть другая фотография. Перейдем в свойства и выберем image. А теперь добавим другую фотографию. Поэкспериментируя со смешиванием слоев, мы можем добиться, например, вот такого эффекта. А теперь, немного поработая с контрастностью, цветностью и всем остальным, можем сделать смешивание двух фотографий еще более интересным. Далее, давайте разберемся с тем, как менять форму контейнера фотографии. Предположим, если мы хотим, чтобы фотография была в круглой форме. Шагом номер один я сделаю свою фотографию квадратной. Откреплю пропорции и сделаю ее размером 1200 на 1200 пикселей. Ну а теперь я могу воспользоваться уже привычным для нас инструментом скругления углов. Поставим здесь, например, 1000 пунктов и получим фотографию в круглой форме. Однако что делать, если фотография должна быть не круглой, а, например, в какой-нибудь полигональной форме? Здесь нам помогут маски. Давайте создадим подходящую для нас форму. Пусть это будет форма из 7 полигонов. Немного увеличим ее. Расположим наш полигон на фотографии, отцентрируем, и вот тут очень важно, расположим слой ниже фотографии. Теперь выделим два объекта сразу и на полигоне нажмем правую кнопку мыши. Здесь мы видим пункт Use as Mask, использовать как маску. Нажимаем и получаем вот такой эффект маски. А еще давайте посмотрим, как кроме изображений работает вставка в Figma SVG файлов. Я перетяну свой SVG файл и обратите внимание, он вставляется как фрейм. Так происходит в большинстве случаев. Поэтому я открою фрейм, объединю несколько векторных элементов, при помощи клавиши Ctrl-G сделаю из них группу и перетяну выше фрейма. А фрейм, соответственно, удалю. Теперь я могу увеличить размер иконки и, например, изменить ее цвет. Либо, если я открою группу и посмотрю на каждый отдельный векторный элемент, для каждого из них можно задать свои цвета. Например, вот так. Следующий инструмент, с которым мы познакомимся, это Pen Tool. Здесь нет каких-то необычных особенностей, Pen Tool работает примерно точно так же, как в любом другом графическом редакторе. Но давайте рассмотрим пару интересных моментов, которые могут вам пригодиться. Когда мы соединили объект и получили законченную форму, нам нужно перейти к заливке и добавить ее к нашему объекту. Теперь кликнем на Done, и у нас по умолчанию добавился Stroke, собственно, которым мы и создавали объект, и Fill. Мы можем удалить строк и назначить нашему векторному объекту любые цвета. В любую секунду мы можем отредактировать наш объект. Для этого нужно кликнуть на него два раза, и мы увидим точки, потянув за которые можно изменить форму. Еще мы можем добавлять новые точки или сгибать грани при помощи объекта Bend Tool. Еще, зажав кнопку Shift, вы можете выделять несколько точек. Вот таким образом. Кстати, все эти манипуляции работают и с другим объектом, например, с прямоугольником. Кликнем на него два раза, и теперь мы можем делать с ним все то же самое, что и с векторным объектом. Следующий инструмент — это карандаш. В принципе, он работает абсолютно стандартно, и каких-то новых особенностей я, наверное, вам не расскажу. Давайте посмотрим на особенности работы с текстом в Figma. Первый важный совет. Если у вас есть заголовок и текстовый блок, не работайте с ними как в Word. Не редактируйте отдельно заголовок, отдельно текстовый блок в рамках одного текстового слоя.
разделяйте их. Отдельный текстовый слой для заголовка и отдельный текстовый слой для контента. И теперь мы спокойно можем их редактировать, подбирая правильные типографические значения. Есть два разных способа вставлять текстовые блоки. Первый – это когда мы просто кликаем в любом месте и вставляем текст. Вот таким образом. Если далее вы начинаете разбивать ваши текстовые блоки на абзацы при помощи Enter, это является довольно большой проблемой и ошибкой, потому что в тильде это будет выглядеть точно так же. Нам нужно взять текстовый блок и задать ему определенный размер, и только потом вставлять текст. А теперь давайте посмотрим на настройки. Ну, во-первых, конечно, у нас есть возможность выбирать разнообразные шрифты. Напоминаю о том, что если вы работаете с десктопным приложением, любой шрифт, который установлен у вас на компьютере, сразу отобразится здесь. Если вы работаете с браузерной версией, вам будут доступны предустановленные шрифты и шрифты из галереи Google Fonts. Чтобы браузерная версия Figma показывала шрифты, которые есть на вашем компьютере, вам нужно установить отдельное приложение Figma Font Helper. Здесь мы можем выбрать одно из начертаний, например, bold, размер шрифта, межстрочное расстояние. Указывайте его всегда в процентах. От 100 до 160. Это именно те параметры, которые есть в тильде. Межбуквенное расстояние. Указывайте параметр от 0 до 30%. Это тоже параметры, которые есть в тильде. Отступ параграфа. Очень часто люди путают отступ параграфа и межстрочное расстояние. Будьте внимательны, куда вы вставляете размер межстрочки. Отступ у первой строки параграфа. Разные способы выравнивания. По левой стороне, по центру, по правой стороне. И положение текста относительно своего слоя. Выравнивание к верхней точке, к центральной и к нижней. Еще у нас есть дополнительные параметры. Ресайзинг. Здесь мы можем сократить размер нашего текстового блока. Например, вот так. Выравнивание, в котором появляется новый способ выравнивания по обеим сторонам, декорирование текста, подчеркнутость или зачеркнутость и разные виды леттеркейса. Все заглавные, все строчные и так далее. Будьте внимательны, иногда можно включить леттеркейс, например, на все заглавные. И теперь неважно, вы будете писать строчными или заглавными, у вас все буквы будут заглавными. Если так произошло, проверьте дополнительные настройки леттеркейса. И другие настройки поведения цифр, леттерформ и стилистических наборов. Еще я хотел бы показать вам, как можно совмещать работу со шрифтом и работу с кривыми, о которых мы говорили в прошлых уроках. Давайте вставим какой-нибудь текстовый блок и переместимся к слоям. Теперь нажмем правую кнопку мыши и увидим пункт меню, который называется Flatten. Эта штука переводит шрифт в кривые, вот таким вот образом. Теперь мы можем дважды кликнуть на любой из букв, и у нас появится возможность менять отображение нашего шрифта. Например, вот так. Также я рекомендую переводить шрифты в кривые, если вы хотите сохранять их как SVG-элементы и использовать на вашем сайте. Похоже, что мы разобрались с основным инструментарием, и в этой части я расскажу про рабочий процесс, про всякие удобства, особенности и то, что в целом может немного упростить вам работу в Figma. Мы уже разобрались с вами с сеткой и разобрались с тем, как работает сетка для тильды. Я показывал вам, какие настройки нужно ввести для того, чтобы получить сетку тильды для разрешения 1366. Дополнительно покажу вам еще настройки сетки для разрешения 1920. Итак, традиционно предлагаю сделать скриншот или запомнить эти несложные цифры. 12 колонок, Merging 380 и Gutter 40 пикс. Иногда у нас есть необходимость работать не только с горизонтальной сеткой, но и с вертикальной. Вертикальная сетка добавляется точно так же, как и горизонтальная. Мы просто кликаем на плюсик, переключаемся с колонок на ряды и спокойно формируем себе то количество рядов, которые нам нужно. Здесь количество горизонтальных линий не имеет особого значения, потому что вы это делаете для собственного удобства и для того, чтобы четко понимать, какие отступы должны быть у вас между элементами. Однако иногда, кроме самой сетки, есть необходимость работать с направляющими. Для этого нам нужно включить линейку. Перейдем в панель меню View и выберем «Показывать линейку». Она появится у нас по бокам и сверху и будет показывать количество пикселей от начала до конца нашего макета. Для того, чтобы выбрать направляющую, просто наведите мышкой на линейку и вытащите необходимое количество направляющих. И точно так же это работает сверху. Теперь давайте посмотрим на выравнивание элементов. Выберем наши 5 прямоугольников и поднимемся в самый верх пункта меню «Дизайн». В самом конце нас ждет иконка выравнивания элементов между собой. Tidy Up – это настройка, которая подберет точное значение между элементами и позволит их легко изменять. Вертикальное выравнивание, думаю, с ним все понятно, точно так же, как и с горизонтальным. Дополнительно, в случае простого выравнивания элементов, как этих, когда они одного размера и находятся на разном удалении, когда мы выделяем все 5 элементов и наводим на них, у нас появляется маленькая иконка. Это тоже Tidy Up. Если мы нажмем на нее, элементы выровняют. И у нас появятся вот такие розовые маркеры, потянув за которые, мы можем изменять выравнивание между элементами вот таким образом. А если мы наведем на
круг, мы можем менять местами наши элементы. Это удобно, когда вы проектируете, например, фотогалерею или новости. Также значение отступа между блоками можно задавать вот здесь. В случае с текстовыми блоками вам нужно очень внимательно следить за размерами границы текстового блока. Например, в этом случае у меня у каждого текстового блока свой размер. И если я попытаюсь выровнять текстовые блоки между собой, ничего не получится, потому что Figma воспринимает длину текстового блока как отдельный элемент. И сейчас она выровняла три плашки разного расстояния. Обратите внимание, когда мы перемещаем текстовый блок, у нас постоянно появляются координаты, которые позволяют нам аналогично выравнивать объект. Если я буду перемещать объект, мне будут показываться пиксельные значения отступа между ними. Это очень удобно. Вы можете быстро выравнивать элементы, не прибегая к горизонтальному или вертикальному выравниванию при помощи кнопки. Дополнительное удобство Figma – это многочисленные клавиатурные сокращения, hotkey, которые позволяют работать гораздо быстрее. Например, если мы наведем на объект и нажмем Option Command C, затем наведем на другой объект и нажмем Option Command V, мы сможем ставить стиль одного объекта другому. И это может быть заливка, строк, разнообразные эффекты и так далее. Если вам хочется разобраться со всеми клавиатурными сокращениями Figma, наведите на знак вопроса в самом низу и выберите пункт Keyboard Shortcuts. И здесь хорошо проиллюстрированы абсолютно все клавиатурные сокращения, которые есть в Figma. На основе моего проекта курса создания сайтов на Tilde я хочу вас приучить к одной очень важной детали, к порядку. Обратите внимание. Во фрейме практически все логические блоки, которые есть на сайте, находятся в своих группах. И все они названы в зависимости от того, за что эти блоки отвечают. Более того, внутри групп есть свои группы. Например, группа с блоком или группа с иконками и так далее. Это очень важно и очень удобно, потому что когда вы будете делать сложный дизайн с большим количеством слоев, вы очень быстро начнете путаться. Поэтому не ленитесь. Каждый раз, когда вы закончили какой-нибудь логический блок, сформируйте его в группу и переименуйте. Лично я дополнительно еще и блокирую группы для того, чтобы они не мешали в работе с новым блоком. Давайте разберемся, как в Figma можно создать собственную библиотеку текстовых стилей. Вот стандартный пример. У меня есть заголовок, подзаголовок и обычный контентный блок. И таких текстовых блоков на моем сайте могут быть сотни. Каждый раз выбирать размер шрифта, начертания, межстрочное расстояние неудобно. Поэтому в Figma легко создавать собственные библиотеки текстовых блоков. Предположим, для заголовка я выбрал шрифт «Работа», начертание «Light» и размер 48. Для того, чтобы создать стиль, мне нужно кликнуть на вот эту иконку. Выпадет меню текстовых стилей, и теперь я добавлю новый текстовый стиль и назову его «Заголовок». Подзаголовок также имеет свой текстовый стиль. Medium и размер шрифта 24. Добавляю еще один текстовый стиль, который назову подзаголовок. И контент, который имеет стандартное начертание, размер 16 пунктов и межстрочное расстояние в 140%. Создаю стиль и называю его контент. Теперь давайте скроем текстовые стили и посмотрим, как это можно применять на конкретном примере. Вот у меня три стандартных текстовых блока и у всех одинаковый размер шрифта. Я выбираю обучение на кейсов. Перехожу в меню текстовых стилей и просто кликаю на заголовок. Затем, соответственно, на следующий текстовый блок и выбираю подзаголовок. И затем, соответственно, на следующий текстовый блок и выбираю контент. Это очень сильно ускорит мою работу с большими сайтами. Например, на десятки или сотни страниц. Хотя, в целом, это легко применимо и в лендингах на одну страницу. Подобно библиотеке текстовых стилей, вы можете создать и библиотеку компонентов. Например, кнопок. Это работает так. Вам нужно выделить вашу кнопку вместе с текстом, нажать правую кнопку мыши и выбрать Create Component. Теперь мы можем переименовать его, например, цветная кнопка. То же самое проделаем с другой кнопкой. Выделим и создадим из нее компонент. Кнопка с обводкой. Теперь, каждый раз, когда вам будет необходимо создать новую кнопку в вашем сайте, вы можете перейти в Assets, кликнуть на наш фрейм, и здесь будут все созданные нами компоненты. Теперь я просто вытаскиваю кнопку и, например, могу изменить в ней текст. Удобство заключается в том, что если в какой-то момент я решаю поменять стиль всех своих кнопок на сайте, мне не нужно редактировать каждую. Я возвращаюсь к родительскому элементу и просто-напросто меняю у него цвет. Например, вот так. И все кнопки с этим стилем на моем сайте меняются. Это очень удобно, и это здорово экономит ваше время. Еще одна интересная фича Figma – это автолейауты. Это возможность создавать шаблонизированные элементы со своей стилистикой. Например,
У меня есть некоторое количество тегов к моим товарам. Предположим, акустика. Теперь нам нужно кликнуть на текстовый слой и выбрать параметр AddAutoLayout. Визуально ничего не изменилось, но смотрите, что произойдет дальше. Теперь мы добавляем стиль к этому элементу. Я сделаю stroke серого цвета, закруглю его немного и увеличу отступы по горизонтали и вертикали до 15 пикселей. И у меня создался AutoLayout элемент. Теперь давайте его копируем и изменим текст, например, на домашние кинотеатры. Копируем еще раз и добавим, например, телевизоры. AutoLayout удобно использовать в тех случаях, когда у вас много однотипных элементов и вам совсем не хочется рисовать отдельную рамку отдельного размера для каждого из них. Как я уже говорил ранее, файлы в Figma не нужно сохранять. Они сохраняются автоматически. Более того, вам доступна история версий автосохранений. Чтобы посмотреть ее, поднимитесь в самый верх, где написано название вашего документа. Нажмите на выпадающий список, а затем кликните на Show Version History. Здесь будут доступны все версии автосохранения вашего документа за прошедшие 30 дней. И к любой из версий вы легко можете откатиться. Когда дизайн готов, вы можете поделиться им. Для этого вам нужно нажать на кнопку Share. Здесь откроется панель, в которой есть несколько способов поделиться вашим документом. Во-первых, если вы знаете email пользователя Figma, вы можете ввести его, и он получит инвайт. А с правой стороны можно указать действие, которое он сможет совершать. Can view – это значит, что приглашенный вами пользователь сможет только просмотреть документ. А can edit обозначает, что у него будут все те же самые права на документ, как и у вас. Он сможет редактировать текстовые блоки, графические элементы, компоненты и так далее. Если вы не знаете ими пользователя или хотите поделиться документом на широкую аудиторию, вам не нужно вводить email, укажите параметр «Все, у кого есть ссылка», укажите права «View или Edit» и нажмите «Copy link». Ссылка автоматически копировалась в буфер обмена, и теперь, если я введу ее в строку браузера, у меня откроется фигмовский документ. Я смогу приближать, удалять его и рассматривать так, как мне нужно. Или редактировать, если у меня есть права на редактирование. Это классная особенность. Работать над одним документом в Figma может одновременно большое количество людей. Например, дизайн сайта можно делать вдвоем. Пока один дизайнер работает над одним блоком, другой дизайнер в это же время, в этом же документе работает над другим блоком. Оба видят результат работы друг друга и могут его синхронизировать. Далее я хочу познакомить вас с плагинами для Figma. Они позволяют сделать то, что, казалось бы, в Figma сделать либо очень сложно, либо совсем невозможно. Все это добро находится во вкладке Plugins. Здесь вы видите Featuring Plugins, то есть отмеченные самой Figma, популярные и те, которые уже установлены у вас. Если вы знаете, как называется плагин, который вы хотите добавить, вам нужно перейти во вкладку «Все плагины» и здесь сверху написать название плагина, который вы хотите установить. Рассказывать про каждый плагин абсолютно бессмысленно. По двум причинам. Во-первых, их очень много, а во-вторых, они постоянно обновляются. Поэтому какой бы плагин я сейчас не выбрал, скорее всего, к моменту, когда вы будете смотреть это видео, он будет немножко отличаться от того, что есть у меня. Поэтому давайте в двух словах я покажу те плагины, которые установлены у меня. MetaBall – это плагин, который позволяет нарисовать несколько объектов и нарастить между ними вот такие вот формы, как будто бы они склеились при помощи клея. Roto – это классный плагин, который позволяет делать псевдо 3D и некоторую проекцию, например, как с текстом Roto. Isometric – это плагин, который поворачивает любое изображение в правильное изометрическое положение. GetWaves – это генератор вот таких вот волн, они могут быть какие угодно. Blobs – это классный плагин, который позволяет делать вот такие вот аморфы формы, генерируя их буквально в один клик. Pattern Hero – это классный плагин, который позволяет создавать паттерны из выбранных вами объектов. Это может быть все что угодно. SVG-шки, треугольники, квадратики, все что угодно. Arc – это плагин, который позволяет сгибать текст разнообразными полукругами или совсем кругом. Looper – плагин, при помощи которого вы можете получать вот такие вот формы. И еще много-много-много других классных плагинов. Все плагины работают по одному и тому же принципу. Мы кликаем правую кнопку мыши, выбираем плагины и выбираем нужный нам плагин, например, Blobs. Это тот, который позволяет создавать аморфные формы. Выбираем значение, здесь можно экспериментировать, и нажимаем Make Blobs. Готово. Нажимаем еще раз, появился еще один. Еще раз, появился еще один. И вот таким образом генерируются те самые формы. У каждого плагина свой интерфейс. Все они выглядят абсолютно по-разному. Я рекомендую следить вам за плагинами, которые выходят для Figma. Они становятся все более крутыми и более сложными.
друзья, давайте обсудим вопрос переноса вашего дизайна из Figma в Tildo. Я дам вам несколько полезных советов, которые позволят сделать этот процесс безболезненным, приятным и достаточно быстрым. Давайте начнем с экспорта элементов. Переносить растровую графику достаточно просто. Мы просто кликаем на элемент, включаем превью, чтобы точно понимать, правильно ли мы его экспортируем. Выбираем формат, в моем случае это, конечно же, PNG, потому что мне нужен прозрачный фон. И экспортируем объект. Обратите внимание, что Figma достаточно слабо сжимает PNG-файлы. Поэтому я рекомендую дополнительно, после того, как вы экспортировали объект, прогнать его через сервис сжатия изображений. Например, TinyPNG. Он позволяет существенно экономить размер ваших файлов. В некоторых случаях больше, чем в 3 раза. Однако, я уверен, что наверняка уже появились подобные плагины для Figma. Что касается векторных объектов, то их, конечно же, нужно сохранять в SVG. Здесь в целом не нужны никакие настройки, вес файлов будет и так минимальный. Все размытия, градиенты и так далее тоже нужно сохранять в SVG. Разница между SVG и PNG будет кардинальной. Подобный PNG файл будет весить 200 килобайт, а SVG-шный меньше 1 килобайта. Обратите внимание, если объект находится за пределами фрейма, в превью он отображается соответствующе, он будет обрезан. Поэтому, если нам нужно полное изображение, нужно сделать вот что. Просто перенесите объект за пределы фрейма и теперь спокойно экспортируйте его как SVG. Еще хочу добавить, что некоторые свойства смешивания слоев, например, overlay и lighten, если в них нет фона, не работают в SVG. Поэтому, если вы используете смешивание слоев, обязательно добавляйте фон в вашем SVG изображении. Что касается текстовых слоев, здесь в принципе все очень просто. Ориентируйтесь на ту ширину текстового блока, которую вы задали в Figma. И создавая текстовый блок в Tilde, задавайте ему точно такую же ширину. Что касается межстрочного расстояния, этого вопроса мы с вами уже касались. Указывайте значения от 100 до 200%. Именно такие значения указываются в Tilde. 1, 1.2, 1.3 и 2. Такая же история с межбуквенным значением, letter spacing'ом. И указывайте там расстояние от 0 до 30%. Важный момент касательно текста. Если вы используете апперкейс и копируете его из Figma, в Tilde вы апперкейса не увидите, вы получите обыкновенные строчные. Так происходит, потому что апперкейс, заглавные, в Figma даются программно, и при копировании они не сохраняются. Поэтому весь текст, который вы хотите написать заглавными, пишите при зажатом кэпслоке. Еще важным моментом является то, что обязательно нужно стараться попадать в сетку Tilde, то есть в колонки. Например, вот здесь четкий отступ в 3 колонки. Здесь нет отступа, здесь те же 3 колонки. Попадать в колонки важно, если вы будете использовать на своем сайте одновременно зеро-блоки и стандартные блоки. Как вы знаете, в стандартных блоках есть возможность отступать с левой или с правой стороны экрана определенное количество колонок из 12 доступных. Соответственно, чтобы с точки зрения дизайна у вас сошлись колонки в зеро-блоках и в стандартных блоках, элементы должны четко попадать в свои колонки. Как у меня. И вот пример. Стандартный блок. В настройках я указал ширину блока 9 колонок и отступ слева в 2 колонки, чтобы сетка здесь и, например, вот здесь сошлась. Работа с цветами тоже из себя не представляет какой-то особенной сложности. Все цвета в Figma находятся в хекс-кодировке, поэтому просто копируйте код цвета и вставьте этот код в Tilde. Но в целом перенос макета происходит блок за блоком. И что касается вопроса экспорта изображений, есть 2 принципиально разных подхода. Первый, вы можете изначально сохранить все картинки в отдельную папку и просто по очереди добавлять. Второй, это когда вы экспортируете изображение по мере того, как продвигаетесь по блокам сайта. Thank you.